На ремонте утюг-отпариватель включается, нагревается сам утюг, включается бак, нагревается сам бак, но пар не подается. Предварительный диагноз: клапан, электромагнитный клапан внутри не работает. Сейчас будем разбирать и все увидим. Разбирается просто. Здесь есть 5 винтов глубоких, нужна длинная отвертка, но один контрольный. Здесь уже отломан вообще крепеж, осталось 4. Один контрольный с прорезанным, вот с такой вот отверткой. И все, теперь откручиваем здесь и вскрываем. Термозетта тип 110-18. Значит, я разобрал. Сейчас необходимо посмотреть, приходит ли питание на электромагнитный клапан, открывается он или нет. Ну и таким образом сможем увидеть, в чем проблема. Потому что сам бак нагревается, с ним проблем нет, до кипения доходит, выключается. Получил я катушку, заказал. Есть один нюанс. Два. Во-первых, катушка называется катушка для клапана кофеварки. И в таком случае она стоит недорого, около 3 долларов. Если покупать клапан для паровой, для парогенератора, это 10 долларов. То есть, ну, тут уже сами вы выбираете. Нюанс все-таки есть. Но буквально и тот идет, и тот 10 миллиметров идет по, ну, мне попалась модель, или может быть образец, я не знаю, ну вот не заходит, прямо начинает и останавливается. Я взял напильник, намотал вот так вот мелкую наждачную бумагу и буквально немножко вот такими движениями потихонечку, ну, буквально микрон сточил, и она начала заходить туда. Не могу сказать, по какой причине, но подсказываю, что можно сюда поставить, они в принципе стандартные, на кофеварке точно такой же по виду клапан, и теперь он сюда нормально заходит, тоже плотно, чик-чик-чик заходит, подключаем, и сейчас подключаю, буду проверять, как работает уже с клапаном от кофеварки. Собираю и пробую. Показываю, чем все закончилось. Я поставил, собрал. Значит, ну, во-первых, сразу видно, что слышно, что клапан срабатывает. Клацает. Ну и пар. Я не знаю, как. Наверное. Вот так, наверное, видно, что пар идет. Все. Ремонт произведен. Вот так, наверное. Отправляется клиенту. Этот, как я уже говорил, паровой утюг клиент отправил мне по новой почте. Так даже удобней, особенно если нет путнего мастера рядом. Подписывайтесь на канал. Много ремонта и изготовления нужного инструмента. Всего доброго!